Милиционер всегда на службе. Сотрудник Приморского райотдела по пути с работы домой задержал грабителя, напавшего на девушку. Подельник нападавшего сбежал, правда, недалеко. После проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан второй подельник по данному преступлению, что помогло раскрыть ряд грабежей, совершенных ранее этими лицами. И также было раскрыто разбойное нападение, которое тоже совершили эти лица. Сам горе-грабитель признается, что был пьян, винит во всем старшего подельника-рецидивиста, якобы он его подначивал. Мы шли, мы уже пьяные, и он мне говорит, вон идет впереди девушка одна. Из-за того, что был пьяный, я, не посмотрев, кто вокруг, кинулся на девушку, пытался забрать у нее сумку. При этом мы упали. Я забрал сумку и начал бежать. По данному факту открыто уголовное производство по двум статьям. 18-летний задержанный уже взят под стражу. В отношении 27-летнего правонарушителя следственные действия продолжаются.